Если я вобью сюда MC Серега, он что, покажет мне мою статистику? Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега. И, наверное, все наслышались о таком сайте, как Warface.ru сайт, который показывает статистику любого игрока Warface. То есть, вбиваешь его ник, и он тебе спокойно показывает даже то, что ты как бы сам не мог увидеть. То есть, ты войдешь в свою эту статистику в игре, и ты не сможешь увидеть таких данных, которые покажет этот сайт. Знаете, я понятия не имею, чей этот сайт, и я просто решил снять вам про него видео, чтобы вы знали, что можно зайти на сайт, ввести любой абсолютно никнейм игрока из Warface и посмотреть его статистику, лучшую серию убийств, сколько он там нарезал и все такое. Я не знаю, кто создатель этого сайта, то есть администрация или все же нет, но одновременно почти с этим сайтом появилась в личном кабинете на самом официальном сайте вот такая вот статистика. Скрыть статистику, такой пункт. То есть, если вы нажмете эту галочку, вас на этом сайте найти не смогут, и статистику вашу посмотреть не смогут. Но я хочу, чтобы мою статистику смотрели, поэтому я не буду ее скрывать. И давайте, ребят, посмотрим, действительно ли она показывает статистику игрока. Ну, звание это, в принципе, статистика игры за классы. То есть, пополненный боезапас, меткость ПВП 57%, в ПВЕ 29%, время игры на ПП 600 часов, на ПВЕ 400 часов. И тут показано за медика. Так, ну тут классы показаны, хорошо. Статистика игры на ПВП и ПВЕ. Количество убийств 393 тысячи. Да, верно, минами 2900. В ближнем бою 61 тысяча. Не знаю, откуда это. Убито союзников 28 тысяч. Неплохо. Лучшая серия убийств 488. Я никогда не сказал, что раньше фармился. Количество смертей 138 тысяч. Соотношение 2,80. Количество побед 9800. 870 поражений. Сыграно в ничью 3600 боев. Соотношение побед-поражений 11. Исключен из боя 20. Всего лишь 120. Покинуто матча 268. Потерянных средней сериями 6494. Это Alt F4 или что-то подобное. Так. И ПВЕ миссия тоже. Количество убийств 347 тысяч, как видите, в ПВП больше. Ну, в общем, и тут показывается все самое. То есть, я не знаю, как, каким образом админы реально у них где-то серверы стояли, что они вот эту всю статистику собирали. Сколько покинуто матчей, сколько он вылетел, сколько у него попаданий в цель, смотрите, господи, сколько попаданий в голову в ближнем бою. Тут есть все, абсолютно все. Сколько кого ты убил, где ты с ножа кого ты из ПВП зарезал, откуда вся эта информация, статистика проходов миссий спецоперации. Самое интересное, что да, это верно, так оно и есть. А ПВЕ миссии выполнены 61 в режиме тренировки, ведь 930 провалено. Ясен хер, я фармил, где я фармил по вашему оружию. А ПВЕ миссии, ну в общем тут охренеть, тут просто все показано. Скрыть достижение, закрыть профиль, показать значки, показать жетон. Тут даже, стоп, тут что, даже достижения? Тут даже достижения мои можно посмотреть? Реально, вот, я ее получил, даже дата получения есть в достижении. Каким образом этот сайт это определяет? Я не знаю, если это не сайт админов, то каким образом обычные люди создали сайт, где показана статистика игрока любого, и абсолютно все показано, даже достижения до малейшей даты получения показаны. Абсолютно все, вот посмотрите, все, тут есть все, сколько ты мину убил, сколько ты в ближнем бою убил, сколько ты, не знаю, подпрыгнув, выстрелил в голову убил, наверное, сколько ты... Слушай, а есть интерес тут, сколько где ты, сколько мозголомов сделал? Я не знаю, тут... Искать, наверное, долго, но тут очень много из всего. Так, я вам хочу показать, что... Так, вот. А, к примеру, вы думаете, только на себя должно. Давайте вот так вот. Например, вбьем самого топового ютубера по Warface. Давайте. А, игрок с... Вот, смотрите, игрок с указанным никнеймом предпочел скрыть свою статистику. То есть он поставил здесь галочку, и поэтому не показывает. Давайте попробуем кого-нибудь другого. Давайте... Давайте другого. А, код с картинки, господи, какой код с картинки, еще это мне, ладно, давайте, вбиваем, отправляй. Так, вот показывает абсолютно то же самое, то есть статистику, вот опять же все есть, 131, так, в ПВП 192 тысячи, то есть где тут лучшая серия убийств, 374, то есть вот, все тоже показывает, давайте еще кого-нибудь вобьем. Так, мне куда-то вошел игроки. Так, давайте, кто еще есть, давайте, Димона. Давай. Так, вбиваем, смотрим. Показывает тоже, вот видите, вся статистика, то есть, вот, количество убийств 100 тысяч, к примеру, лучшая серия убийств 920. То есть, любого игрока можете пробовать бить, давайте еще одного, в принципе, объема по приколу.
Любого абсолютно, также можно кого-нибудь, не знаю, рамба вбить. Например, видите, тут какие-то чуваки ищут, наверное, своих друзей, то есть вот Фрэнк Бенч какой-то, два рамба, то есть также на него можно нажать вот вперед, и сейчас он спокойно найдет. Да, вот, спокойно все, вся его статистика показана. Так, кого я там еще хотел попробовать бить? Чё-то я подзабыл, кого он, давайте. Окей, как-нибудь вот так вот. Да. Код с картинки. Почему код с картинки ты требуешь? Я не знаю, это какая, кириллица русского или нет? О, Б, У. Давай. Надеюсь, это русская. То есть, Разор тоже скрыл свою статистику. Ну, давайте посмотрим, кого еще. Ну, что вы, ютуберы, скрываете свою статистику? Я не понял, вы что, следите, что ли, чего-то? Давай, давай, давай. Опять код, господи, да что ж ты? У, П, О, H, O, C. Давайте отправляем. И тоже скрыл свою статистику. Не, я понимаю, конечно, что это круто скрывать свои статистики. Ну ладно, в общем, вы, ребят, видите, что. То есть, если вбивать чей-то реальный никнейм, и он ищет и показывает абсолютно всю статистику, все достижения можно посмотреть. Абсолютно все можно посмотреть об этом игроке. Я не понимаю, каким образом обычные... Давайте посмотрим, где тут миссии, так, профиль. Мой профиль, так, стандартный поиск, делать пожертвования, не, где эта фигня, где показано игроки, рейтинги, так, вот, давайте на сам сайт зайдем. Тут, кстати, вот тут, смотрите, игроков сети, данные скрыты по требованию администрации Warface. Тут еще, ребят, показывалось, то есть я в своем одном видосе сказал, типа, я знаю, сколько играет на Альфа, сколько на Чарли играет, то есть тут было показано, сколько игроков играет также на серию. Ну, естественно, кто, наверное, не скрыл свою статистику, там, то есть там было где-то в среднем показано в нем 50 тысяч ПВП и где-то 40 на ПВЕ, 20 где-то, так, ну, где-то так, 50 на 50 получается, ну, почти 50, 50 на 3, не, ой, 70 на 30 где-то так получалось, ПВП играло больше и как-то так. То есть, а почему-то вот недавно скрыли эту статистику, не знаю, наверное, из-за... вот этих гонок, где они тут, битва серверов, наверное, из-за этого, то, что они по непонятным каким-то причинам Чарли с меньшим онлайном выигрывают. Мне на самом деле пофиг, но реально в эти первые дни на Альфа играло, что ли, на где-то 30% больше игроков, и на ПВЕ даже больше играл, и почему-то все равно Чарли выиграл. То есть я до сих пор убежден, что вот эта вот фигня, это все подкрутка, потому что даже когда сервера были закрыты на тестовые работы, все равно очки прибавлялись. Ну ладно, 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 почему бы нет? Пусть дадут Чарли халявную ачивку, я ничего против не имею, вообще пофигу. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Тут есть какой-то рейтинг, я хочу посмотреть какой-то рейтинг. Открывайся рейтинг, только давай, ты сейчас не залагаешь интернет или что-то типа того. Вот, я не знаю, почему я что-то захотел снять, потому что вы очень часто меня спрашиваете, где ты смотришь всякие статистики. Смотрите, по опыту игры. Общая номинация по опыту игры. То есть это продолжительный сеанс. Пираний! Помните этого чувака, который орал ростовский? Да, это он, у него 6000 часов в игре. Общее время... А, нет, стоп, это сессия игры. А вообще общее 15 тысяч часов. Что-то я немного не понял. Ну ладно. Так, тут еще каких-то чуваков. Тут Хускварну знаю. Кого-то еще интересно найду. Ну, есть такие, знаете, знакомые ники. 1 августа тоже что-то знакомый. Панк вроде львом почти первый был. Элис есть, у него 4000 часов, кто еще есть? Ну и тут не знаю, кто идет. Давайте посмотрим, кто тут вообще в топе есть. Я тут хоть где-нибудь в топе, интересно, есть. Почему-то тут не доделано по нанесенный урон, но это как бы бета. Warface True Sight. Так, по реанимациям давайте посмотрим. Мне же самому интересно. Ленусик! Сколько? 76 тысяч! Ты серьезно, Ленусик? Охренеть можно! 76 тысяч деваха нарезала. 76 тысяч. Это 17 миллионов или 170 миллионов? Ленусик, это дохера, я тебе скажу. 1 августа 58 тысяч. Шахматист, Хускварна, ёпта, я всех их знаю, охренеть. Вот, боже, чуваки, вы сколько тут последний 100, сотка, это 29 тысяч нарезали. Охренеть просто можно. Чуваки, наверное, true медики. Так, по убийствам что-то интересного. Сериал Mad Russian, но у него вроде 0 ПВП тоже... Песочком чувак балуется, 700 бейл у меня в друзьях, то есть тоже. Ну, тут вы сами понимаете, топ 100 песочников, тут даже где-то есть я. Где я, погодите. А, во, 15, не прикиньте, 393 тысячи. По серию альфа, а, это вообще интересно, так. Кто меня обгоняет, насколько? Ну, тут, видите, так, на сущий немножко обгоняет, а тут чувак у него 730 тысяч. Да, 730 тысяч ПВП, лучшая серия 1384, ну, ты видите, оху, 25, это круто. Так, по соотношению ОС,
Так, я не понял, а почему тут показано, что 3.70, 3.70? Вроде только что видел чувака, где у него 25 стата было. Хм. Да и меня тут нет, у меня 2.80 стата, я где-то тут должен быть, нет? Не знаю, тут походу как-то не так считается, но ладно. Получше Сириубист, к примеру, давайте посмотрим. 1581 уже Сириубист. Фарм статистика, какой-то ромбик тут, охрень. Как можно сделать на штурме... Не, я понимаю, песок, да, 8 твинков, но как даже на этом песке можно сделать 1581 фраг? Я вроде слышал, что кто-то там 400, 1400 делал, но 1580, до хера. MC Summerback, здорово, Summerback. Так, кто тут еще есть? Ну, меня тут нет, у меня лучше серебристка, это херовая, 480 всего лишь. И кунуба какого-то песочного. Так, почем по убийствам в ближнем бою? Убито в ближнем бою 282 тысячи! 280 тысяч, ты серьезно, что ли? Погоди, так нахи... А, он, наверное, оружки так штыком, что ли, на штурме набивал, или... Не понимаю, все ножи можно спокойно набить до 1100. Так, а я тут есть, да? Где тут я, по-любому, я тут есть, да? Я же все ножички набил, я же скилловик, где я? Сколько у меня там убийств ножом-то было? МС Серега, 55-й, 61 тысяча. Вообще красавчик, вообще красавчик. Так, по победам давайте посмотрим. Элайс, 35 тысяч побед. Ну, вы, ребят, сейчас знаете, баг такой есть. Не обязательно там два песок запускать, чтобы кого-то фармить можно было. Можно просто запустить, как она называется, депозит, кажется, и там спокойно с багом фармить, там как-то со склада прыгать. Я этим не интересовался, мне как-то уже... Мне давно это интересовало, где-то полгода назад, может, больше, чем мне на это насрать. Так, Элайс, получается, 35 тысяч побед. Фотошоп 30 тысяч, 23 тысячи, ну, 1 августа он как бы фармленный чувак, но он очень много играет в Warface, я его еще помню, он в файтах, что ли, был главой, или где он там глава сейчас. Так, Пираньи, где Пираньи? Так, Пираньи, стоп, это я почему? А, по количеству побед, 16 тысяч. Так, а, меня тут нету, у меня где-то около десятки побед. Да, меня тут нету. То есть у меня еще где-то с 1000 побед, и я, может быть, самый последний буду. Давайте, самые по поражениям. 9 тысяч поражений у чувака. 9 тысяч. То есть, интересно, сколько у него побед? То есть, получается, у него побед меньше, что ли, интересно, чем поражение? Директор школы, Джонни, Пираньи, тоже 9 тысяч побед. Ну, Пираньи, он вроде вообще не фармер. Мне даже стата, как у нуба. Шучу. 1.09, нормальная стата. А, так, кто тут еще есть, кто тут еще есть, кто тут еще есть. Так, ладно. А, получше серии убийств. А, нет, стоп, я это смотрел. Получше по пройденным... По пройденным миссиям давайте посмотрим. А, ПВЕшников. 21 тысяча ПВЕ! Охренеть можно, чувак! Знаков 6 тысяч. 19 тысяч ПВЕ. Охренеть, я на самом деле тут никого не знаю, хотя нет, стоп, где? Сейчас найду кого-нибудь, по-любому. Я же когда раньше ПВЕшника был, я много ПВЕшников знал, у которых по 6 тысяч ПВЕ, может, у них сейчас побольше. Но они, говорю, вот такие лютые, они там поскрывали свои статистики, не знаю, чего они стыдятся на самом деле. Нифига, фотошоп и 20, и 30 тысяч побед, и 11 тысяч ПВЕ, красавчик. Ну, вроде с Браво, кажется. Так, кто тут еще есть? Элис есть, блин, не, меня тут нет, у меня 3000 ПВЕ, это вообще говно по этому топу. По исключениям из миссий, чувака кикнули 826 раз, чувак, братан, я не знаю, либо ты сливался плохо, не знаю, но почему тебя 800 раз кикнули, это очень круто. Давайте, может, кого-нибудь тут знакомого найдем, может быть, вы сейчас себя тут увидите, или кого-нибудь знакомого тут видите. Это, ребят, все правда, то есть, это не фейковые чуваки, это реально, то есть, все, что там сказано, все у меня реально так было, то есть, сколько достижений там даже показано там, то есть все правда. Так, а что это я нажал? А, по использованным знакам. Расщепитель мозга, 58 тысяч знаков. Чувак, красавчик. Геоскот, Пираньи, Саня, вот этих чуваков знаю. А, господи, по 30 тысяч знаков, а я не помню. А, во, МС Серега, 16 тысяч знаков. Я тут еще знакарь, я вам говорю, МП-005, я не помню, забанен он или нет. Но 16 тысяч знаков, это не хухры-мухры. Так, кто еще там есть по пройденной миссии? Рейтинг кланов какой-то есть. Что за рейтинг кланов? А, ну понял. Ну это и так можно посмотреть, мне кажется. Так, возвращаясь назад. А, в общем, очень интересно, залипной сайтик. То есть посмотреть. Так, стоп, VIP-пользователи. Включение к интернету. Да. А, Ростелеком говно. А, вон, на чем мы остановились? Так, хотел показать еще каких-то там VIP-пользователей. Так, есть. Давайте посмотрим. Ветерок, Элис, Разор, Лошадка, Полотенец, Старый, Хатабыч, Ялмы, Драшел, Алкамар, Паузер, Циферблат, Помощник, мой видеоблогер. Погодите, а че меня тут нет?
А это, кстати, обидно было, очень обидно, что это за фигня, почему это меня тут нет. Ну ладно, зачем вам каких-то тупых дебилов добавлять, правильно? Не добавлять, не добавлять. Это был намек, чтобы меня сюда добавили, да, это что за фигня? Ладно, шучу. Так, что еще хотел показать? Тут какие-то еще миссии есть, то есть многие раньше, точнее, многие сейчас скучают по топам PvE. И тут на этом сайте, ты что, опять интернет пропал, господи, грузись ты скорее. Тут можно смотреть PvE топ, то есть убрали из-за читеров, потому что много топов ставили с читами, и в принципе нормальные, адекватные, честные игроки не могли поставить себе царя горы, поэтому вообще топы из игры убрали, и вот вы можете посмотреть, например, вот сегодняшние миссии, тут общий счет, не знаю хотя точно что это, но это вроде, нет, стоп, тут топ команд есть или что тут надо сделать, так, ну, так, ладно, я, короче, не помню, на самом деле, что это за фигня, мне это не просто не интересует, но... Достаточно интересно это посмотреть. И если, ребят, хотите кого-нибудь друга проиграть, кстати, а ну-ка, Хилл Глеб. Ну-ка, чувачок, ты тоже? Конечно, кстати, у него лучшая серия тоже песочная. То есть, ребят, если хотите проверить кого-нибудь друга своего, пробуйте вписать никнейм, но не забывайте, если вы как бы не хотите, чтобы за вами кто-то следил, просто ставите галочку, где я вам показала в личном кабинете, и за вами наблюдать не будут. Не знаю, какая, еще раз скажу, эти чуваки сделали этот сайт, мне все же кажется, это как-то было сделано при поддержке администрации. Вообще, каким образом они хранили у себя на серваках всю информацию, кто сколько резнул, кто сколько кого убил, куда убил, кто сколько ливнул, кто сколько раз кого кикнули. Это полнейший капец. И я не знаю, может быть, это, конечно, информация приблизительная, но у меня она вроде бы точно, то есть статистику мы точно показываем, сколько поражений. Ну не знаю, это реально... Похоже на правду. Можно даже проверить, создать какой-нибудь рамбай и там посмотреть, а правильно ли будет показывать этот сайт или нет. В общем, ребят, пробуйте. Просто хотел сделать обзор этого сайта. Мне никто за это не платил. Тем более, тут нет ничего, тут нет никакого доната, ничего. Тут просто заходишь, только можно искать кого-то. То есть, ничего, деньги никак не надо сайт вкладывать. То есть, я просто захотел вам показать, и все. Никто мне отвечая не платил, что это за бред. В общем, с вами был Серега, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте, подписаться на меня ВКонтакте. Спасибо огромное за просмотр, всем удачи, друзья, всем пока.